Обмен опытом и новые впечатления. Директор художественного музея «Ар-Донбасс» Екатерина Калиниченко и заведующий отделом межмузейных коммуникаций Юлия Казурина с рабочим визитом посетили музей-заповедник Абрамцево. Это была такая долгожданная поездка, она несколько раз откладывалась, но, наверное, все само управилось, потому что май месяц – самая красивая пора времени, когда все цветет, благоухает, и музей-усадьба Абрамцева вот яркий тому пример. Там не хотелось уезжать, потому что каждое деревце, каждое здание историческое, оно настолько притягательное было. Цель нашей поездки была открытие выставки детского рисунка, приуроченного к 200-летию со дня рождения Николая Некрасова. Нам очень приятно, что наши коллеги вот с радушием принимают рисунки и каждый раз восхищенно рассматривают творчество наших детей. Это уже третья выставка в ходе культурного обмена между двумя музеями. Каждая поездка – это плодотворное сотрудничество и обмен накопленными знаниями и опытом. Вот уже который раз это не просто поездки, это обсуждение и встречи с коллегами, которые работают в разных отделах музеев. И нам есть что послушать и есть что рассказать, поэтому здесь вот как раз именно обменный такой опыт, он очень важен. Вместе мы действительно черпаем вот те интересные какие-то наработки и делимся, потому что всегда хорошо, когда есть вот этот обмен. Для сотрудников музея «Ар-Донбасс» была проведена экскурсия по основным объектам музея-заповедника Абрамцево. Очень приятно было отметить как раз то, что наши коллеги нам за все наше время пребывания организовывали вот такое знакомство с местными достопримечательностями, с культурными и историческими ценностями. И вот посещение Троицы Сергиевой Лавры как раз одно из таких знаковых мест. Памятным подарком для сотрудников Ар-Донбасса стала книга об истории Абрамцевского художественного учебного заведения. Очень интересная книга, которая составлена Светланой Горожаниной и подарена нам была Светланой Горожаниной. То есть у нас есть авторская подпись. И очень приятно, что среди наших художников, донецких скульпторов, есть и выпускники Абрамцевского училища, и есть художники, которые там проходили практику, к примеру. Вот, мы с гордостью тоже сообщили нашим коллегам. Сразу возникли новые идеи, уже есть такие наметки, что будет в планах у нас вот на следующую экспозицию, что будем готовить. И, конечно же, с удовольствием примем коллег из России и у нас, и с удовольствием еще будем обмениваться опытом.